زميل وصديق معالي سيرجي لافروف. أنا جد ممنون أن أكون في موسكو مرة أخرى. Дорогой мой друг, коллега Сергей Лавров, я признателен и благодарен за возможность принять меня в очередной раз в Москве. Благодарю тебя, благодарю твоих коллег за хорошую организацию визита и гостеприимства. وأتمنى لكم سنة سعيدة وأعياد ميلاد مبارك. И пользуясь случаем, хотел бы адресовать наилучшие пожелания в связи с наступающими новогодними праздниками и Рождеством. ذكرتم خلال كورونا طبعا الأمور متغيرة خلال كورونا ولكن خلال كورونا أيضا اتضح لنا من هم أصدقائنا ومن هم شركائنا. Конечно, ситуация с коронавирусом серьезно повлияла на нас, на всех, но она также позволила выяснить, кто для нас является другом, а кто партнером. وأنا سعيد جدا أن أقول أن خلال كورونا أصبحت صداقتنا اليوم وشراكتنا أقوى. И с радостью отмечаю, что этот период выявляет для нас то, что наша дружба и наше партнерство стали еще глубже. В Эмиратах признательны за то, что отношения с Российской Федерацией развиваются именно в таком тоне. На всех направлениях. وأطلع خلال لقائي بكم اليوم وأيضا مع بقية زملائكم أن نستطيع أن نعمل على علاقة ليست فقط متطورة ولكن مزدهرة. И надеюсь, что по результатам сегодняшней нашей встречи, а также моих предстоящих контактов с коллегами, мы сможем приумножить достигнутое, сделать наши отношения не просто продвинутыми, но и процветающими. Господин министр, позвольте лично поблагодарить вас за то внимание, которое вы уделяете отношениям с нашей страной. نحن نعرف مدى حرصك الشخصي على هذه العلاقة. Мы прекрасно знаем ваш личный настрой продвигать эти отношения. وأكد لكم أن الإمارات ستكون البلد التي تزدهر العلاقة مع بين وبينكم في السنوات والعقود القادمة. И хочу со своей стороны подтвердить вам, что в Объединенных Арабских Эмиратах будут всячески содействовать тому, чтобы отношения между нашими странами в ближайшие годы и десятилетия процветали. وأنا متأكد أن إكسبو سيكون حدث آخر يجمعنا معا ويجعل روسيا في قلب هذا الحدث الهام. И подтверждаю, что эти отношения будут развиваться, несмотря на все препоны, которые стоят перед нами. الفضاء التي رافق رائدنا الفضاء مع زملائه وعلى متن الصاروخ الروسي ليكون أول رائد يزور محطة الفضاء الدولية وهذا تاريخ لا يمكن أن ينسى ولكن أيضا علامة مفصلية في تاريخنا فشكرا لكم.